Привет, девчата! Сегодня я записываю для вас видео на тему «Как начать саморазвитие». И я предлагаю вам для начала ответить на несколько вопросов. Будет 8 вопросов, которые помогут вам определиться, как начать саморазвитие правильно, чтобы прийти к определенному результату. Итак, первый вопрос прозвучит следующим образом. Что для вас является саморазвитием? То есть ваше собственное мнение, что такое саморазвитие для вас лично. Второй вопрос, на который я прошу вас ответить, и это поможет вам достичь определенного результата, прозвучит следующим образом. Хотите ли вы с помощью саморазвития достичь какой-то цели? Третий вопрос прозвучит следующим образом. О мотивации. Есть ли у вас причина, которая толкает вас заняться саморазвитием, уделять этому достаточно много времени и сил? Четвертый вопрос более сложный. Он потребует от вас некоторого внимания к самой себе. Некоторой такой честности перед собой, могу ли я себя считать независимой женщиной. Или более широкий такой вопрос, что для меня является независимостью. Пятый вопрос, определение женственности. Можете ли вы дать определение собственной женственности? Можете ли вы с уверенностью сказать, без сомнений, я женственная? Шестой вопрос, потребует еще более глубокого внимания к себе. А вопрос звучит следующим образом о самооценке. Что повышает мою самооценку? Какие факторы влияют на ее снижение самооценки в течение дня и в течение ночи? Седьмой вопрос о ваших отношениях и связях с окружающим миром. Сколько мужчин и женщин вы можете посчитать и назвать количество мужчин и женщин, с которыми вы постоянно поддерживаете отношения и связи с той или иной периодичностью? Восьмой вопрос, интересный вопрос, прозвучит следующим образом. Сколько мужчин вы считаете своими потенциальными половыми партнерами? Итак, ответы на эти вопросы, я вас уверяю, позволят вам определиться с вашими потребностями в саморазвитии, в вашем направлении движения к какой-то задаче, к исполнению, к результату. Поэтому, дорогие девчата, я прошу ответить прямо откровенно себе на эти вопросы. Я уверен, они вам помогут, ответы. И если хотите вы публично их обсудить, я приглашаю вас к себе в паблик там, ВКонтакте, я сделаю ссылку здесь, где эти вопросы я напишу, и вы можете там отвечать, обсуждать на эти вопросы, делиться своими мнениями. В следующем видео мы поговорим о саморазвитии более предметно. Благодарю вас за просмотр. С вами был я, Виталий Рафеев. Пока. Всех благ. Счастья, здоровья. Лайкайте, пишите комментарии, подписывайтесь.